В селе Тас-Юрях идет строительство памятника. В рамках года благоустройства местные жители решили увековечить память о предках и украсить село мемориальным комплексом. По совету старейшин поселка памятник будет в виде оленевода. О том, как идет строительство, расскажет Анна Винокурова. Сейчас это просто благоустроенная территория, но уже в октябре этого года здесь будет мемориальный комплекс. Жители села Тас-Юрях решили увековечить память о предках и возвести памятник оленеводу. Мы должны показать все это вот развитие нашего села, до промышленного развития, можно сказать так. И эта работа, эскизы, все это сделано уже второй год. Вот сейчас надеемся, вот уже видно, что в этом году уже закончится все это. Строительство мемориального комплекса под названием «Вехи истории села Тас-Юрях» началось в июне этого года. Администрация села выиграла грант Министерства жилищно-коммунального хозяйства в размере 4,5 миллионов рублей. В плане у нас много чего стояло, да? Ну, внутрипоселковое освещение, строительство дороги, водопровод. Ну, в общем, все стояло, даже этнокультурный центр. И вот конкретно взяли вот эту площадь с мемориальным комплексом, и мы подписали соглашение по этому плану. Главная цель мемориального комплекса – сохранить память о предках. Слишком стремительно развивается село. На территории Тас-Юряха работает более 10 нефтяных и газовых компаний. Олени для местных жителей были не только основным средством передвижения, но и давала людям мясо, молоко, оленя. И вот поэтому основной вид транспорта тоже служили олени. Вот поэтому мы решили воплотить памятник в виде оленевода, которые тут проживали. Сейчас жители села Тас-Юрях ждут готовую скульптуру. По плану, открытие мемориального комплекса состоится в октябре этого года. Теперь память о первых жителях одного из первых населенных пунктов Мирнинского района останется на века. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».